Всех приветствую, продолжая просматривать картины художников с их описанием по книге «Великие музеи мира». Ян Вермеер Бельфтский. Любовное письмо. Около 1670 года. Холст масла 44 на 38. Вермеер соединил в этой картине две темы, особенно привлекавшие голландских художников того времени. Получение послания и занятие музыкой. Первая тема – письмо, позволяла психологически развить сюжет, углубить его, что так любил детский мастер. Вторая – музицирование, выразить гармонию человеческих отношений, которые приводят в совместное пение или игра на инструментах. В одной из своих работ живописец привел слова, написанные на латыни. Музыка – спутник радости и врачеватель скорби. Нарядно одетая дама держит в руке цистру, на которой, видимо, только что исполняла какую-то мелодию. Игра была прервана появлением служанки, принесшей письмо. Лицо хозяйки растеряно. Тот, кого она ждала, скорее всего, не придет. О ком речь, подсказывает картина, висящая на стене. Этот прием был излюбленным у голландских живописцев. На той, что внизу, изображено море, плывущим по нему парусником, намекающим на причастность этого человека к мореплаванию. Но у мачты корабля виден амур. А само море в те времена символизировало любовь. Моряк же – любовник, опускающегося в бурное чувство, как в путешествии по волнам. На верхней картине нарисован путник, одиноко уходящий по дороге. Теперь понятно, что даме не суждено встретиться с кавалером. Вся сцена видна в проеме двери с откинутым занавесом, возле которого стоит стул с лежащим на нем нотами. Интерес к сложному, состоящему из разных помещений интерьеру, Вермеер заимствовал, скорее всего, у своего земляка де Коха. Но сам по себе этот прием не слишком волновал художника. Он использовал его, чтобы композиция, озаренная дневным светом и словно увиденная из темноты комнаты, притягивала взгляд. Вот такое описание по книге «Великие музеи мира» «Любовное письмо». Ян Вермеер Бельфтский. Около 1670 года. Пока-пока. До свидания.